Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшнее видео о покупках. Их было немного, но они меня все порадовали. Покажу вам сначала ткани, которые я купила. Это равномерка Мурана Лугана. Вот такой большой отрез. Здесь 160 в длину и 35 в высоту. Его я взяла на проект «Зеленая деревенька». У меня есть набор от Доме. В наборе идет канва 14 каунта белая. И размер бы, конечно, был больше, если бы я вышивала на канве. Но я решила взять Мурану Лугану на 32 каунт. И цвет, номер цвета 264, это цвет слоновая кость. Мне показалось, что будет интересней смотреться этот дизайн именно на вот такой равномерке. Немножечко неправильно вам, конечно, цвет передает, но ничего не могу с этим поделать. Следующий отрез такого же цвета, но здесь уже меньше. Это отрез 50 на 70, тоже 264 номер и Мурана Лугана 32 каунта. Просто такой ходовой цвет, он всегда пригодится. Вот решила в запасы взять. Следующий Мурана Лугана, цвет 3009, такой мокка с разводами, размер 35 на 50 сантиметров, красивый такой цвет, на какие-то прикладные свои вышивки он, конечно же, пойдет. Следующий отрез, да, это тоже опять Мурана Лугана, такой же размер 50 на 35, номер цвета 403, это пепельная роза называется, красивое такое название, она немножечко такая дымная, но на камеру не так, конечно же, цвет передает, красивый очень. Следующий цвет это 50-45, Мурана тоже 32 каунта. И это у нас такой цвет лавандовый. Цвет лаванда. Красивый. Следующий цвет 306. Тоже Мурана Лугана. Такой бежевый цвет, темно-бежевый. Красивый. Тоже размер 50 на 35. Далее Мурана Лугана, цвет 60-83, оливковый цвет. Обожаю я зеленый цвет, вот оливковый. Нравятся мне такие вот красивые оттенки. С удовольствием что-то на этом кусочке вышью. Это тоже размер 50 на 35. И взяла я на пробу небольшой отрезок равномерочки. Это 35 на 25 сантиметров, 40 каунт, Невкастли, да? Номер цвета 222, такой бежевый цвет или сливочный, наверное. Очень хочется попробовать, конечно же, очень мелко, но попробую, посмотрю. Специально взяла маленький отрезок, чтобы попробовать, понравится или нет вышивать на таком каунте. Но думаю, красота будет неимоверная, да, когда мелко. И также у меня есть два набора. Это вот такой шикарный набор от Анкор Майя. Нет у меня в моих запасах наборов от этого производителя. Но захотелось мне, конечно же, попробовать. Нравится мне давно этот красивый зверь. Такие у него просто небесно-синие глаза, красивые. Название вы видите. Красота, какая-то красота. Не знаю, как перевести. Номер набора. Это дизайн 2014 года. Увидела я на канале Наташа обзор этого набора. У нее был в наличии два набора.
У Наташи было, ну, два набора в наличии. И, конечно же, я не удержалась, потому что эта морда просто замечательная. Не удержалась и купила. Редко в магазинах попадается именно этот дизайн. Я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, редко этот набор есть в продаже, но он у меня вот есть в запасиках теперь. Обязательно, конечно же, я его вышью. Красивые ниточки. Вышивается он на 16-й аиде. Уровень сложности троечка. В набор входит иголочка Милвард, нитка-вдеватель. Также здесь есть четверть-крестик. Ну, в общем, вот такой красивый наборчик. Как все красиво тут уложено. Вот такой красивый зверь. И второй набор. Это, конечно же, Dimensions. В одном из видео я рассказывала вам, как я его хочу. Он у меня в приоритетах на покупку. Это очень старый дизайн. Такие красивые львы, пара львов. Давно я мечтала купить этот набор. Все, он как-то у меня откладывался. Потому что, ну, конечно же, набор не из дешевых, дорого он стоит. Ну, как говорится, если желание вышить не пропадает, то, конечно же, надо покупать. Размер готовой работы будет 46x25 сантиметров. Какого года дизайн, я не вижу. Так, что у нас тут с этой стороны? Вышивается он, по-моему, на какой? А, вот 1998 год дизайн, очень старый. По-моему, этот набор снят с производства уже давно. И он, конечно же, попадается в магазине. Но почему еще я откладывала покупку? Потому что во многих магазинах, если он попадается, то он в американской сборке. Я же хотела именно в китайской сборке, потому что не очень я люблю разбирать ниточки. Вот. Ну и, конечно же, он мне попался вот в китайской сборке. Я, не задумываясь, купила. По-моему, он вышивается на 16-й конве. Или это 18-е. Ну вот я не вижу. Не буду говорить, потому что я не вижу, какой номер канвы. Наверное, 16-я все-таки. Ну, в общем, такой шикарный набор. Очень красивый. Красивые нитки и красивый дизайн. Очень я довольна. Это тот набор, который был в очень больших у меня приоритетах и желаниях. И, конечно же, я его купила. Вышивать я его буду, скорее всего, в следующем году. Ну, вернее, я, наверное, точно его вышью в следующем году, но не знаю, как по очередности, может быть, даже и с начала года. Ну вот, а на сегодня все мои покупочки. Это два прекрасных набора. Опять из семейства кошачьих. Очень люблю я. Ну, не люблю я вышивать кошек, котов, а люблю вот таких диких кошек вышивать. Львы, леопарды, тигры. Это мои любимые животные, мои любимые дизайны. Ну все, на этом все мои покупки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!